Автомобили – источник повышенной опасности. Во всем мире ежегодно в ДТП погибают миллионы человек. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий проходит в 3-е воскресенье ноября. В преддверии этого события в колледже Московия состоялось тематическое мероприятие. И ежегодно Всемирный день жертв погибших в ДТП. Мы приглашаем сюда сотрудников ГИБДД, сотрудников МЧС, прокуратуру и проводим профилактическое мероприятие с студентами, в основном первых курсов ежегодно, о том, как себя правильно вести на дорогах. Ответственность за проведение разъяснительной работы лежит на сотрудниках госавтоинспекции. Очень хочется, чтобы наши участники дорожного движения были живы и здоровы. И поэтому мы сегодня встретились с нашими студентами. Ребятам еще раз напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, как в качестве пассажиров, как в качестве водителей, пешеходов. Кроме того, представитель МЧС показал студентам, как оказывать первую помощь пострадавшему в ДТП. Всем весом тела нужно производить сжатие на грудную клетку на глубину 6 сантиметров. В конце мероприятия ребята зажгли свечи, из которых было выложено слово «помним», и почтили память погибших минутой молчания. Безопасность на дорогах – зона ответственности каждого участника движения. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».